Привет, вы на канале Бенюс Глазастик Иду, и сегодня я вам буду показывать, как сделать наушники для глазастиков. Сейчас покажу, как они выглядят. Те, которые я буду делать, они будут выглядеть чуть-чуть по-другому, но все оно так же делается. Сейчас я покажу на свинке. Они вот так вот держатся, тут телефончик, они вот так в уши воткнуты, вот так вот. А теперь мы будем их делать. Для этой вам понадобятся ножницы, карандаш, чтобы разукрашивать, если что, телефончик сзади, чехол, разноцветные карандаши или карандаш просто, скотч, горячий клей и нитки, только не очень тонкие, это будет не очень хорошо. И две бусинки большого кругленького, ну, какие, как эти, просто круглые. Так. И еще просто бумага. Так, а теперь начнем делать. Для начала нам понадобится бумага и ножницы. Мы будем сейчас делать вот эту часть наушников. Значит, для этого мы возьмем бусинку и сделаем чуть-чуть поменьше размера, чем она сама, и отрежем. И да, отрежем. Сейчас покажу, как отрезать. Значит, отрезаем вот так вот просто. И потом складываем вот так вот. И потом делаем покороче. Ах, я слишком коротко сделаю. Не делайте так. Делайте длиннее. Сейчас сделаю готовое. Так. Вот так вот, такой кусочек, чтобы оно вот так вот подходило, но сейчас мы не будем ничего делать. Сейчас вы должны сделать такую же штучку. Сейчас я сделаю не на, ну, за съемкой. Так, мои две штучки готовы, а теперь нам понадобится их заклеить скотчем. Берем длинный кусок скотча и вот так вот залепляем, чтобы они не были открытыми. Мы сделали двойной слой, чтобы они, ну, горячий клей, когда мы наклеим бусинки, они не проминались. Ну, очень сильно будет же горячо все-таки, ну, в общем. Так, и повторяем то же самое со второй. Готово. Теперь мы возьмем наши две бусинки, выбирайте любых цветов, и мы их приклеим на горячий клей. Кладем точечку клея, где дырка от бусинки, и вот так вот просто налепляем на нашу бумажечку. Осторожно, это может быть очень горячо. Тут что-то, это горячий клей. И повторяем то же самое с второй бусинкой. Это будет те дырки, где мы будем... Ну, это будет то, что мы вставляем в уши, наушники сами. Вот так вот. Пока мы это оставляем высыхать. И теперь мы... и теперь, после как они высохнут, мы возьмем наши ниточки. Сейчас я их отрежу. Там отрезайте как угодно. Они могут подходить, ну, под разные... глазастики, все-таки они разных форм бывают. И да, сейчас отрежу, пока не буду сварить. Так, вначале ему понадобятся две одинаковые по размеру нитки. Да, и вы... У меня что-то не одинаковые вышли, если честно. Но ничего страшного. И теперь мы берем вот эту, ну, нашу заготовку. Сюда точечку... Ай, ай. Извините, я чуть-чуть себя пожгла, но... Так, сюда кладем точку, но наливаем. И туда аккуратненько налепляем ниточку. И повторяем то же самое со второй. После как мы это сделали, мы должны взять горячий клей опять. И вот эти части, концы взять. И склеить их вместе. Сейчас покажу, как просто их склеить. Берем концы и наливаем туда клея.
Аккуратненько. Снимаем их вместе. Я просто его очень сильно нагрела, и теперь он очень горячий. Так, вот так вот. И потом мы возьмем пуговку маленькую и налепим прямо сюда, где конец, чтобы было красивее. Потом вам понадобится отрезать кусок еще нитки, и вам понадобится его приклеить вот сюда, где пуговка, только на обратной стороне. Тоже горячим клеем, конечно. Так, если у вас нет клея, вы можете приклеить на обычный клей. Просто оно будет намного дольше. Что да. И может быть оно будет не очень клеиться, я не знаю, потому что я не пробовала. Но я советую лучше этим клеить. Так, и оставляем высыхать, что будет не очень долго. Пока высыхает, мы сделаем телефон. Это не очень долго. Просто сейчас буду показывать. Берем кусок бумаги и ножницы и вырезаем по форме телефон, который подойдет по застику. Сейчас померю, если это подойдет. Да, подойдет. И вырезаем три таких, чтобы оно было толще. Когда вы сделаете три части, одну возьмите. Вначале одну возьмите и разукрасьте любым цветом. С одной стороны. После как мы разукрасили, мы возьмем другой лист бумаги из трех. И на нем нарисуем, как телефон работает, там музыка. Ну, что хотите, просто там нарисуйте, да. Вот. Теперь вы возьмете эти все части, которые пустую, положите в середину накрашенной, только накрашенная сторона будет снаружи. Так вот. И потом вот так вот кладем третью. Так ровно выравниваем и налепливаем скотч, чтобы они соединились, приклеились друг к другу. Вот, теперь берем наши наушники, которые мы сделали до, и по обратной стороне телефона здесь точку горячего клея наливаем и кладем конец от наушников и приделаем. Так, и оставляем высыхать пару минут. Когда высохло, вы получите наушники с телефончиком, который я сейчас примерю на мою свинку. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Делайте такие себе тоже для своих глазастиков. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!